سورة القصص رسكاز. بسم الله الرحمن الرحيم. وين الله милостивого, милосердного. طاسمين. تاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. Это аяты Ясного Писания. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Мы доподлинно прочтем тебе для верующих людей историю Мусы и фараона. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто распространял нечестие. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наследниками. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Даровать им власть на земле и показать фараону, Хаману и их воинам то, чего они остерегались. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Мы внушили матери Мусы: корми его грудью, когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не печалься, ибо мы вернем его тебе и сделаем одним из посланников. Алтакатаху алу фирауна лиякуна лахум адуван ва хазана. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Семья фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью. Воистину, фараон, Хаман и их воины были грешниками. فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Жена фараона сказала: вот услада очей для меня и тебя. Не убивайте его. Быть может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим его. Они ни о чем не подозревали. Сердце матери Мусы опустело, переполнилось тревогой и оказалось лишено всех иных чувств.
Она готова была раскрыть его, свой поступок, если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Она сказала его сестре: «Следуй за ним». Она наблюдала за ним издали, и они не замечали этого. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Мы запретили ему брать груд кормилец, пока она, сестра Мусы, не сказала: «Показать ли вам семью, которая будет заботиться о нем для вас и будет желать ему добра?» فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Так мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза, чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха — истина. Но большинство их не ведает этого. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Когда он достиг зрелого возраста, мы даровали ему власть, мудрость или пророчество и знание. Так мы воздаем творящим добро. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Войдя в город, когда его жители были невнимательны, он встретил двух мужчин, которые дрались друг с другом. Один был из числа его сторонников, а другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа его сторонников, попросил ему помочь ему против того, кто был из числа его врагов. Муса ударил его кулаком и прикончил. Он сказал: «Это одно из деяний сатаны. Воистину, он является явным врагом, вводящим в заблуждение». قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Он сказал: «Господи, я поступил несправедливо по отношению к себе, прости же меня». Он простил его, ибо он прощающий, милосердный. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Он сказал: «Господи, за то, что ты оказал мне милость, я никогда не буду пособничать грешникам». فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. Утром он отправился в город, оглядываясь со страхом, и вдруг тот, кто попросил его о помощи накануне, вновь позвал его на помощь. Муса сказал ему: «Ты являешься явным заблудшим». فلما
أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Когда же он захотел схватить того, кто был их врагом, тот сказал: «О, Муса, неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Ты лишь хочешь стать тираном на земле и не хочешь быть в числе тех, кто примиряет людей». قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. С окраины города в торопях пришел мужчина и сказал: «О, Муса, знать договаривается о том, чтобы убить тебя. Уходи. Воистину, я даю тебе добрый совет». فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. موسى покинул город, оглядываясь со страхом, и сказал: «Господи, спаси меня от несправедливых людей». ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Направившись в сторону Мадьяна, он сказал: «Быть может, мой Господь наставит меня на правильный путь». ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» Они сказали: «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада. Наш отец очень стар». Он напоил для них скотину, а затем вернулся в тень и сказал: «Господи, воистину я нуждаюсь в любом благе, которое ты не спошлешь мне». فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас скотину». Когда он пришел к отцу и поведал ему рассказ, он сказал: «Не бойся, ты спасся от несправедливых людей». قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. Одна из двух женщин сказала: «Отец мой, найми его, ведь лучшим из тех, кого ты наймешь, будет тот, кто силен и заслуживает доверия». قال إني أريد أن
أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих, на условии, что ты наймешься ко мне на 8 лет. Если же ты останешься на все 10 лет, то это будет милостью от тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты увидишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из праведников». أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. Он сказал: «Договорились. Какой бы из этих двух сроков я не отработал, пусть со мной не поступают несправедливо. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим». فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. Когда Муса отработал срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел со стороны горы огонь и сказал своей семье: «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие или горящую головню, чтобы вы могли согреться». فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Подойдя туда, он услышал глас со стороны дерева, которое росло в благословенном месте на правой стороне долины. «О Муса! Я Аллах, Господь миров!» يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. Брось свой посох. Когда же он увидел, как тот извивается, словно змея, он бросился бежать и не вернулся или не обернулся. Аллах сказал: «О Муса, подойди и не бойся, ибо ты являешься одним из тех, кто находится в безопасности». أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавиться от страха. Это два доказательства от твоего Господа для фараона и его знати. Воистину они являются людьми нечестивыми. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ.
Он сказал: «Господи, я убил одного из них и боюсь, что они убьют меня». وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. Мой брат Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость. Я действительно боюсь, что они сочтут меня лжецом. Он сказал: «Мы укрепим твою руку посредством твоего брата и одарим вас доказательством или силой. Они не смогут навредить вам. Благодаря нашим знамениям вы и те, кто последует за вами, станете победителями». قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Когда Муса явился к ним с нашими ясными знамениями, они сказали: «Это всего лишь вымышленное колдовство. Мы не слышали об этом от наших отцов». وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Тогда Муса сказал: «Мой Господь лучше знает, кто пришел с верным руководством от Него и чей исход последней жизни окажется счастливым. Воистину, беззаконники не преуспеют». فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Фараон сказал: «О знать! Я не знаю для вас иного Бога, кроме меня. О Хаман, разожги огонь над глиной и сооруди для меня башню, чтобы я смог подняться к Богу Мусы. Воистину, я полагаю, что он является одним из лжецов». Он и его воины несправедливо возгордились на земле и предположили, что они не вернутся к нам. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Мы схватили его и его воинов и бросили их в море. Посмотри же, каким был конец беззаконников. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. Мы сделали их предводителями, которые призывают в огонь, и в день воскресения им не окажут помощи. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. Мы сделали так, что проклятие следует за ними в этом мире, а в день воскресения они будут в числе отдаленных от милости. ولقد آتينا موسى الكتاب من
بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Погубив первые поколения, мы даровали Мусе Писание в качестве наглядного наставления для людей, верного руководства и милости, чтобы они могли помянуть назидание. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Тебя не было на западном склоне, когда мы возложили на Мусу наше повеление, и тебя не было в числе присутствовавших. وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. Но мы сотворили поколение после Мусы, и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им наши аяты, но мы отправили посланников. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِّن نَذِيرٍ لِتُنْذِرَ قَوْمًا ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. Тебя не было на склоне горы, когда мы воззвали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, к которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они помянут назидание. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. А если бы этого не произошло, и если бы их постигло несчастье за то, что приготовили их руки, то они бы сказали: «Господь наш, почему ты не отправил к нам посланника, чтобы мы последовали за твоими знамениями и стали одними из верующих?» فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إن Когда же к ним явилась истина от нас, они сказали: «Почему ему не даровано то, что было даровано Мусе? Разве они не отвергли то, что прежде было даровано Мусе?» Они сказали: «Эти два колдовства, Коран и Тора, поддерживают друг друга». Они также сказали: «Мы не веруем ни в одно из них». قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. Скажи, если вы говорите правду, то принесите Писание от Аллаха, которое было бы более верным руководством, чем эти два Писания, и я последую за ним. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى
من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Если они не ответят тебе, то знай, что они лишь потакают своим желаниям. А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Мы довели до них слово, чтобы они могли помянуть назидание. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. Те, кому мы прежде даровали Писание, уверовали в него, Коран. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. Когда им читают его, они говорят: мы уверовали в него. Это истина от нашего Господа. Мы и прежде были мусульманами. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. Они получат свою награду в двойном размере за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем мы наделили их. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят: нам достанутся наши деяния, а вам ваши. Мир вам. Мы не желаем следовать путем невежд. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует прямым путем. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. Они, неверующие мекканцы, сказали: если мы последуем за верным руководством вместе с тобой, то мы будем выброшены из нашей земли. Разве мы не закрепили за ними безопасного святилища, в которое привозят плоды любых видов в качестве пропитания от нас? Однако большинство их не ведает этого. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. Сколько селений, которые были неблагодарны за средства к существованию, мы погубили. Вот их жилища, в которых никто не проживает после них, за исключением немногих. Мы унаследовали все это. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ.
Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправлял важнейшие из них посланника, который читал им наши аяты. Мы не уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Все, что вам даровано, является всего лишь приходящим благом мирской жизни и ее украшением. А у Аллаха нечто более прекрасное и долговечное. Неужели вы не разумеете? أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. Неужели тот, кому мы дали прекрасное обещание, с которым он непременно встретится, равен тому, кого мы наделили приходящими благами мирской жизни, и кто в день воскресения предстанет в числе обитателей ада. В тот день он воззовет к ним и скажет: «Где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?» Тогда те, относительно которых подтвердилось слово, скажут: «Господь наш, вот те, которых мы ввели в заблуждение. Мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Мы отрекаемся от них перед тобой. Не нам они поклонялись». وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. Им скажут: «Призовите своих сотоварищей». Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем! В тот день он вас зовет к ним и скажет: «Что вы ответили посланникам?» В тот день известия будут сокрыты от них, и они не будут расспрашивать друг друга. А тот, кто раскаялся, уверовал и поступал праведно, возможно, окажется в числе преуспевших. Твой Господь создает, что пожелает, и избирает, но у них нет выбора. Аллах пречист и превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи. Твой Господь знает, что кроется в их груди, и то, что они обнаруживают. Ла илляху,
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Он, Аллах, кроме которого нет иного божества. Ему надлежит хвала в первой жизни и в последней жизни. Он принимает решения, и к нему вы будете возвращены. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам ночь до дня воскресения, то какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам свет? Неужели вы не слышите? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Скажи, как вы думаете, если Аллах продлит вам день до дня воскресения, то какой Бог, кроме Аллаха, сможет принести вам ночь, чтобы вы могли отдохнуть во время нее? Неужели вы не видите? ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. По своей милости он сотворил для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали во время нее и искали его милость. Быть может, вы будете благодарны. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. В тот день он вас зовет к ним и скажет, где же мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Из каждой общины мы выберем свидетеля и скажем, приведите ваши доказательства. Тогда они узнают, что истина с Аллахом, и покинет их то, что они измышляли. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Воистину, Карун был соплеменником Мусы, но притеснял их. Мы даровали ему столько сокровищ, что ключи от них были обременительны даже для нескольких силачей. Соплеменники сказали ему, «Не ликуй, ведь Аллах не любит ликующих». وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к последней обители, но не забывая своей доли в этом мире. Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие.
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Он сказал: «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю. Неужели он не знал, что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями? Грешники не будут спрошены об их грехах». قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Он вышел к своему народу в своих украшениях. Те, которые желали мирской жизни, сказали: «Вот если бы у нас было то, что даровано Каруну, воистину он обладает великой долей». وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. А те, которым было даровано знание, сказали: «Горе вам! Вознаграждение Аллаха будет лучше для тех, которые уверовали и поступали праведно, но не обретет этого никто, кроме терпеливых». فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Мы заставили землю поглотить его вместе с его домом. Не было у него сторонников, которые помогли бы ему вместо Аллаха, и сам он не мог помочь себе. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали: «Ох, Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не оказал нам милость, то он заставил бы землю проглотить нас. Ох, неверующие не преуспеют». تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ту последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространять нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние только за то, что они совершали. «Инна ллази фарада алейка л-Кур'ана лараддука иля маад. Кул Рабби а'ламу ман جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Тот, кто не спаслал тебе Коран и сделал его предписания обязательными, непременно вернет тебя к месту возвращения, в Мекку или в рай. Скажи:
Мой Господь лучше знает, кто принес верное руководство, а кто находится в очевидном заблуждении. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ Ты не ожидал, что тебе будет ниспослано Писание, но это было милостью от твоего Господа. Посему никогда не поддерживай неверующих. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين Да не отвратят они тебя от аятов Аллаха после того, как они были ниспосланы тебе. Призывай к своему Господу и не будь одним из многобожников. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Не взывая наряду с Аллахом к другим богам, нет божества, кроме Него. Всякая вещь погибнет, кроме Его лика. Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены.